прекрасно выбрал песню, прекрасно спел. Вот этот человек суперстар. Первый раз сейчас услышал хит от Макса Фадеева, который Арсен спел идеально, вот так, как задумал, видимо, это Макс. Очень стильную песню, очень современную, модную. Я бы даже сказал, ультрамодную, может быть, слишком модную для нашей страны. Вот видите, простой русский парень, Арсен Мукенди, вышел и разорвал весь зал. Спасибо.